На территории города Магнитогорска продолжаются проверки водителей, перевозящих пассажиров на коммерческой основе. 6 марта проведено целенаправленное профилактическое мероприятие. В ходе мероприятия сотрудниками ГИБДД совместно с представителями Уральского межрегионального управления Государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и сотрудниками медицинской организации подвергнуты проверке 6 автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров на коммерческой основе по междугородним маршрутам в города Орск, Сибай, Челябинск и Горнолыжный курорты Республики Башкортостан. Проверки проводились по соблюдению норм, за нарушение которых предусматривается административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 11.23 «Управление транспортным средством либо выпуск на линию транспортного средства для перевозки грузов и или пассажиров с техническими средствами контроля, нарушением лицом, управляющим транспортным средством для перевозки грузов и или пассажиров режима труда и отдыха». Со статьей 12.23 «Нарушение правил перевозки людей». Со статьей 12.31 «Выпуск на линию транспортного средства, не зарегистрированного в установленном порядке, не прошедшего государственного технического осмотра или технического осмотра с заведомо подложными государственными регистрационными знаками, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация, с установленными без соответствующих разрешений устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов, либо с незаконно нанесенными специальными схемами автомобилей оперативных служб. 12.5. Управление транспортными средствами при наличии неисправности и условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на которым установлен опознавательный знак «инвалид». За совершение указанных правонарушений предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа в размере от 500 до 3000 рублей на граждан и от 5 до 10 тысяч рублей на должностных лиц. В ходе рейда выявлено 7 нарушений. За 2 месяца 2019 года в Магнитогорске в ходе надзорных мероприятий по контролю за соблюдением правил перевозки пассажиров, в том числе при осуществлении организованных перевозок детей автобусами, к административной ответственности за совершение правонарушений в области безопасности дорожного движения привлечено более 1900 водителей автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров на коммерческой основе. К административной ответственности привлечено 40 должностных лиц, ответственных за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, задействованных при перевозке пассажиров. В связи с тем, что наибольшая тяжесть последствий фиксируется на маршрутах перевозок пассажиров автобусами в межрегиональном и междугородном сообщениями, сотрудники госавтоинспекции города Магнитогорска продолжают проведение проверок автобусов, задействованных на указанных маршрутах.